Поздравили мужчин с 23 февраля и в Люберецком городском жилищном тресте. Там в честь сильной половины человечества устроили настоящий праздник. Шутки, танцы, частушки и, конечно, самые нежные и добрые слова. В этот день мы поздравляем сами. У нас женщины очень ответственно подходят к этому вопросу. Кто-то готовит какие-то номера, кто-то просто говорит несколько слов. Здоровья, здоровья их семьям, благополучия, а главное мира над головой, чтобы не было войны. Я хочу пожелать, чтобы они все были такие вот мужественные, добрые, отважные, отзывчивые. Всегда берегли нас. Во всех ситуациях были всегда рядом. Мужчины Люберецкого городского жилищного треста и правда рядом во всех сложных ситуациях. Помогают и женщинам, коллегам, и, конечно, люберчанам. Каждый день решают различные бытовые проблемы. Мужчинам, конечно, такое внимание по душе. Ну а как иначе? Ведь сегодня все поздравления, песни, танцы, нежные слова. Только для них. Ну, всегда праздничное, нормальное ощущение. У нас всегда такое идет подготовка серьезная к этому празднику. Так что всегда интересно, весело и как бы всегда ждем этот праздник. Такие праздники в ЛГЖТ уже добрая традиция. Не за горами еще один, 8 марта. И, конечно, женская половина треста, да и всего округа, уже ждет первых дней весны, чтобы в свой адрес получить приятные слова и поздравления. Мария Лапчева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.